мы абсолютно уникальная, совершенно отдельная площадка, где можно делать кино. У нас есть действительно масса преимуществ по части съемок. Киностудия «Казахфильм» очень прекрасно и выгодно расположена. Она находится в городе Алматы. Наш город окружен различными живописными местами с точки зрения съемок. И эти места однозначно могут быть привлекательны для кинематографистов всего мира. С 2008 года началась программа технической модернизации киностудии «Казахфильм». Мы оснастили полностью студию постпродакшн. Сейчас полностью новая цифровая технология, начиная от ари-скания, ари-лазера, и дальше все монтажное, звукомонтажное. Раньше где-то 25% бюджета картины уходило на постпродакшн, а теперь все остается у нас. Полностью завершаем здесь. На данный момент казахстанский кинорынок в плане проката и выпуска фильмов, а также их отдачи с коммерческой точки зрения, этот рынок на данный момент закрыт. Он не является прозрачным. Это кажется вполне естественным, когда у нас в прокатной сетке в расписании можно увидеть какой-нибудь казахстанский фильм, хотя буквально лет 5 назад это казалось практически невозможным. Были определенные единичные случаи, такие кинокартины, как «Кочевник», «Рэкетир», но это фильмы, которые имеют под собой определенную историю, имели, естественно, определенный успех и значимость. Но так, чтобы прокатная система работала стабильно, именно в плане казахстанских фильмов, такого не было. И сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы эту ситуацию удержать и развивать в позитивном направлении. В 2008 году рыночная доля национальных фильмов в нашем прокате была порядка 3%, и уже по итогам 2010 года рыночная доля проката национальных кинокартин составляет порядка 10%. Порядка 23 кинокартин из 30 по итогам 2010 года было создано на базе киностудии «Казахфильм». В этом и есть прелесть нашей жизни. Нам все эти кризисы по боку. На данный момент в Казахстане порядка 87 кинотеатров, в совокупности это 196 залов. Процесс расширения идет. Если на данный момент в Казахстане города Алматы и Астана фактически представляют собой весь казахстанский кинопрокатный рынок, мы же, конечно, связываем свои надежды и с другими крупными городами Казахстана, где на данный момент функционирует один или два кинотеатра, но мы ожидаем, что по мере роста развития торговых центров будут развиваться и появляться киноплощадки. В первую очередь, когда мы начали здесь работать, мы обратили внимание на российский рынок, потому что это ближайший сосед, российский кинематограф тоже достаточно нам близок, поэтому первый опыт по продукции, первые шаги мы, естественно, начали предпринимать совместно с нашими российскими партнерами. Кинокартина «Ирония любви» является копродукцией киностудии «Казахфильм» совместно с российской компанией «Интерфест». Один из самых кассовых фильмов в прокате в казахстанском в 2010 году. Мы открыты и сами ищем партнерство и всегда рады сотрудничеству с международными партнерами сами. Если не только говорить о копродукции, российские кинематографисты принимают участие в наших собственных кинопроектах по нашему приглашению, по видению наших продюсеров и так далее. У нас в проектах участвуют и Гоша Куценко, и Никита Пресняков. Вот мы и начинаем наше путешествие по территории Афганистана. Я не скажу, что у нас очень плотные связи и с «Узбекфильмом», и с «Киргизфильмом», и с другими студиями в других центральноазиатских республиках. Тем не менее, некоторые узбекские кинематографисты, как и в этот раз на кинофестивале «Евразия», становятся участниками фестивальных площадок. Киргизия – наш более-менее открытая республика, с которой мы имели опыт сотрудничества в плане проката именно наших фильмов. Они сами
у нас вышли к нам с этой просьбой. Ну, здесь мы говорим именно о киргизских прокатчиках, не о киностудии. В целом, то очень сложно сказать по тому, что происходит именно в тех республиках. Мы здесь, в Казахстане, мы смотрим вперед, мы отслеживаем все течения в области кинобизнеса и киноотрасли, которые происходят в России, а также во всем остальном мире.